Социальные проекты томских финалистов конкурса «Лидеры России» будут растиражированы на территории области. Этой новостью участники поделились с губернатором Сергеем Жвачкиным. На встречу с главой региона также пришли начальник управления по работе с персоналом компании «Газпром Трансгаз Томск» Евгений Бакланов и руководитель группы офисов Сбербанка в Северске Ольга Лапшина. В масштабном кадровом проекте «Лидеры России» в этом году приняли участие свыше 200 тысяч управленцев. Финал, который на днях прошел в Сочи, вышли 300 лучших руководителей, в том числе и 2 Томича. По условиям конкурса они должны были презентовать собственные проекты, направленные на помощь и поддержку людей. Мой проект касался проведения серии мастер-классов в инклюзивной среде с детьми, здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эта серия мастер-классов была уже проведена, а сейчас, вот после окончания конкурса, я планирую продолжить проведение таких мастер-классов. Проект «Снежная вахта», который мы проводим уже не первый год вместе с нашей молодежной организацией, нашего общества «Газпром Трансгаз Томск», у него достаточно далекая и широкая традиция. Далекая, потому что мы уже несколько лет стараемся оказывать помощь тем людям, которые, ну вот, сами видите, весна, которым сложно в своих дворах убрать снег. Мы помогаем расчищать его. Конкурс управленцев «Лидеры России» занимает центральное место проекта «Россия – страна возможностей». Масштабная программа ведет поддержку благотворительных акций, волонтеров и социальных работников. Самый большой дефицит сегодня, то, что было вчера и будет завтра, это люди. Вот как ни странно. Это люди, которые хотят что-то создать, люди, которые не просто плачут, ой, плохо, 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 а ищут проблемы, ищут, во-первых, выискивают проблемы, а потом предлагают пути и методы их решения. Поэтому вот вы к таким людям относитесь.